Тверской области законодательно запретили продажу детям снюсов и электронных сигарет. Решение было принято депутатами законодательного собрания совместно с прокуратурой региона. Теперь на территории области запрещена розничная продажа несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкости для них, а также иной никотиносодержащей продукции на территории нашего региона. Продавать несовершеннолетним теперь нельзя так называемые инновационные средства доставки никотина. Электронные устройства, испарители, в которых вместо табака используется раствор с никотином. Последствия нарушения закона также были оговорены. Для граждан это штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 20, для юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей. Если в обычной сигарете, да, курильщик, который употребляет, содержится 1,5 миллиграмма никотина, то вот в этих, значит, никотинсодержащих смесях содержится от 20 до 80 миллиграмм. То есть, по большому счету, ну, можно представить, что человек, проглатывая или, там, я не знаю, значит, закладывая в рот такую жвачку или леденец, он употребляет однократно в течение 5 минут там, порядка 50 сигарет. Это достаточно серьезная доза, которая проявляется, ну, и влияет токсическим поражением, влияет на нервную, центральную нервную систему.